Необычные спектакли, шоу, экскурсии, встречи с писателями, музыкантами, художниками и актерами. В Петрозаводске состоялась «Ночь искусств». В этом году всероссийская акция проходила под девизом «Искусство объединяет». Дверь для посетителей открыли музеи и театры, выставочные и концертные залы. Наша съемочная группа побывала в Театре кукол и Доме Кантеле. «Свет и тень» в Театре кукол. Это необычное представление можно было наблюдать с улицы. Оно началось в витрине театра. Затем продолжилось уже на сцене. Артисты показали отрывок из спектакля «Царевна лягушка». В постановке участвуют силуэтные куклы. Ведущий рассказал о том, как ими управляют артисты, а некоторые зрители смогли попробовать себя в роли кукловодов. В фойе театра можно было фотографироваться с артистами и куклами. Мне очень понравился театр теней. Это захватывающе, когда ты видишь куклу по-другому. Она не объемная, а плоская и разноцветная. Ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле» пригласил жителей и гостей Петрозаводска на программу «Здесь рождается Кантеле». В мастерской по изготовлению национальных инструментов Александр Фролов рассказывал о том, как и из каких материалов изготавливают кантеле. Сам он уже много лет создает и реставрирует музыкальные инструменты для артистов ансамбля. В завершении экскурсии посетители поучаствовали в мастер-классе и даже освоили некоторые навыки игры на кантеле. Светлана Воробьева, Денис Тюрин, Владислав Будников, Сампо ТВ 360.